Надеюсь, что за эти 7 месяцев ты перестал. Паркур? Есть режим паркур? Мистер Дент 42. Блин. Ща, ребят. Чуваки, ну блин, я как бы... У меня наиграно 2 часа, но это она скачалась, и это одна из тех игр, которая после скачки запускает себя, то есть... Поэтому я вообще не играл. Первый раз запустил Calenta The Legend. Ребят, спасибо за подписки. Все, заканчиваем, дайте мне стрим начать. Оставьте свои деньги у себя, хватит. Хватит. А-а-а! Дамский угодник 2003, спасибо за 3 месяца подряд. Следующий подписавшийся за чат от Макаки. Ребят, ну прекратите, пожалуйста. Может, хоть это вас остановит. Давайте в паузе. Паркур, мать твою. Режим паркур. Полигон. Давайте начнем забег. Вы лидер команды. До старта 7 секунд. Даже управление не знаю. ЛГБТ-сообщество зажидало Life is Strange. Уже нет смысла ждать. Впереди только фалачи, а после фалачей только секретные каналы. 10 тысяч рублей от Animan Player, даже стрелять секретный канал. Удачи. Блин. Братан, я не знаю, кто ты такой, но. Блин, мне говорили, что ты друг Юзи. Если друзья Юзи способны выкидывать по 20 тонн каждый стрим, то, блин, может мне с самим Юзи подружиться. Нажмите пробел, чтобы вскочить на препятствие. Господи, какая же игра великолепная. Легче легкого. Как вы скоро убедитесь, система импульсов позволит вам совершать куда более впечатляющие трюки. Дабл джамп. No Name Lord 1, спасибо за подписку. Какой-то трап, кстати, комментирует. Мои успехи паркурные. Константин Шкурко, спасибо, ребят. Успокойтесь, пожалуйста. Вот это я понимаю новшество, то есть... за некую деградацию или топтание на месте постоянно люди критиковали Call of Duty. Посмотрите, какой режим. Адван Кеноби, спасибо. Бег по стенам. Пробелы, что изменяет свойства при помощи сил Ван дер Ваальса, притягивая вас к поверхности, по которой вы перемещаетесь. А сейчас попробуйте прыгнуть с одной стены. Я помню, когда я в 2000, по-моему, пятом году играл на серверах Counter-Strike, я даже представить не мог, что выйдет что-то настолько же великое. Эль Бартман, спасибо. Спасибо. Да что ж такое-то? Стрельба во время бега по стенам позволит атаковать врагов с неожиданных углов и направлений. Отличная работа. Ничего скучнее в своей жизни не видел. Фиорка, спасибо. В Titanfall гонял, да. Немножко погонял. Но мне вообще она совершенно не понравилась. Не знаю почему. Господи. Господи, больше никогда не зайду в этот режим. Ну что ж, компания, начинаем. Добро пожаловать в компанию. До начала компании уделите минуту настройки вашего агента, конечно. Выберите пол. Господи, я женщины страшнее в жизни не видел. Наверное, так выглядел Петя Сальников до того, как потерял волосы. Так, нет, погодите. Унтер, спасибо за подписку. Сейчас я назад. Где? Я передумал. Алло. Я хочу сменить пол. Я всю жизнь хотел этого. Ну, пожалуйста, пустите меня назад. Ну, эскейп, нет. Все, мы обречены играть за мужика, окей. Так. Вокс векселом. Ребят, что за дерьмо? Заканчивайте, пожалуйста, прекратите подписываться. Дайте постримить. Я сейчас буду Twitch Police звать и в истерике биться, как... Пушков, спасибо. Я реально сейчас, как Елена Лайф, обозлюсь. Ладно, возьмем лысого. Так, сложность. Новобранец, рядовой, закаленный. Текерали, Текерейл, спасибо. Спасибо. Ветеран, реалист. Жесточайший и непрощающий ошибок сложности. Вы получите на 50% больше опыта.
вам не выжить. То есть, если на ветеране мне не выжить, то здесь, наверное, я вообще даже не... Это как аборт, то есть меня заранее убьют еще до начала игры. Серьезное испытание ваших способностей. 10% дополнительного опыта. Надо было, чтобы на рядовом и новобранце опыт в минус шел. Для игроков, незнакомых с шутерами от первого лица. Блин, ну это шкалда, ну... Господи. Я думаю, я справлюсь на ветеране. Я прошел 3 части Modern Warfare. Мне, кстати, никогда не нравилась Black Ops серия, но вот Modern Warfare и 2, и 3, и даже 1 я прошел не без удовольствия. Во всех были довольно такие интересные сюжетки, как в боевиках уровня, типа фильмов «Скала», прикольная музыка, по 2-3 запоминающиеся миссии, типа миссии в Чернобыле, или там «Ни слова по-русски», или... Миссия с побегом из тюрьмы какой-то подводной. Ну, то есть, у каждого были свои моменты, согласны? Реалист, симулятор ваншотов. Ну да, я так и представляю, типа, что реалист это, типа... Ну, короче, это когда тебя постоянно шлепают без конца с одной пули. Это полная дресня, скорее всего. Давайте ветерана возьмем. О, мы можем выбрать теперь пол другой. Я тёлкой хочу быть. Да. Такое ощущение, что это какой-то, знаете, боец, баба-боец UFC, которая сменила 5 париков, причем все мужские, я даже не знаю. Привет, Илья, давненько не заходил к тебе. Спасибо, поехавший. Да, у меня особо и стримов не было. Я в конце месяца прошлого мучился с зубами, а теперь, видишь, простыл. Сегодня, слава богу, мне уж с мамой не смешно от этой фигни. Блин, короче, я не знаю, они настолько все плохи, ну... По сути, это просто одна тёлка, как и один мужик, просто разные, типа, парики, волосы. Ну, давайте возьмем рыжую, kind of. Да и так, женщина-ветеран. Погнали. В любой момент, если что, можно изменить уровень сложности. Вот этот момент и настал, закаленный. Она еще и курит. Курящая мать никогда не станет отцом. В современном развивающемся мире биоулучшение организма повсеместно. Тихо. Невероятный масштаб. Погромче. Потряс местные власти. В регионе бушуют суперштормы, препятствуя помощи. Это максимальная громкость. Сори. И наше будущее зависит от наших решений. С ростом населения по всему миру появляются мегагорода. Мегагорода. Война всегда одна. Вызвали массовое бегство местных жителей. Базы союза в боевой готовности с самого утра. Энергетическая воздушная оборона тут же нейтрализовала атаку. Делайте погромче, потому что... Сегодня произошла новая кровопролитная стычка между протестующими и местными войсками. Нет сомнений. Это новая холодная война. Мы не всегда видим своих врагов, но они всегда где-то рядом. Меня зовут Джейкоб Хендрикс, ваш новый командир. Это премьер-министр Египта Саид. 2 дня назад нильцы взяли его в заложники. Так, Джордж Клуни, главный злодей, окей. После восстания в Каире они захотят его казнить. Показатель. Мы этого не допустим. На будущее. Если что не так... Павел Джейви, спасибо за подписку. Блин, чуваки, мне приходится реально напрягаться, чтобы хотя бы самому немного слышать, о чем говорят. Очень тихая игра, не знаю почему. Шифр включен, протокол. У нас примерно минута на то, чтобы отвлечь их. Кто-то пишет, что сюжет про Украину. Ничего об этом не знаю. Ребят, давайте без политоты. Даже если есть какие-то общие вещи, то... Да. Здорово. Так. Субтитры. Сейчас. Субтитры найду.
Окей, музыка выйдет скоро, не в сети создатели. Кто знает, ребят, где... Может, я не вижу... Где субтитры, ребят? Их нет. Ага. Так, ладно, надо что-то придумать. Усиление приложения, может, включить. Джординка, спасибо за подписку. Блин, серьезная проблема, конечно, со звуком. Сейчас. Ну, я постараюсь молчать во время заставок, потому что я все равно сам ничего слышать не буду во время них. Но это максимальная громкость, то есть на стриме я игру громче вывести не смогу, к сожалению. Простите. Я думаю, что сюжет довольно интересный. В английской версии есть субтитры. Может, это нельзя изменить? Я смотрел другой стрим, там были заставки очень тихими. Ну, блин, нет субтитров и тихие заставки. Но это максимальная громкость. То есть я сейчас смогу посмотреть в OBS, конечно, усиление приложений, но я не уверен, что мне получится без перезагрузки стрима. Дмитрий Павлович, спасибо за подписку. Ну, не знаю. Не знаю. Ребят, к сожалению, похоже, что будет тихо. Ну вот, я усилил в два раза приложение. Может быть, станет получше немного. Башня, убрать все движение с полосы 1-9. Вас понял. Перебрасываю на полосу 1-1. Груз 4-0-1-9. Возгорание топлива на полосе 1-9. Посадка на полосу 1-1. Подтвердите. Почему заперто? Занято. Вот, так. Окей. Хакерский модуль готов. Калибрую систему целеуказания Нева. Вот и гости. Нева, ручной ввод. Выберите цель. Опять про будущее, что ли? Подтверждем. Параметры цели приняты. Это 4019. Вы настрелитесь. В чем дело? У нас все в порядке. Может, сбой на вашей стороне? Огонь! Живо! Стреляю! Нева атакует цель. Огонь! Откройте дверь! О, черт! Ложись! Покончим с этим! Так, сейчас я, походу, пиратку какую-то скачал в стиме. Тут два школьника без эмоций на переводчице. На слотах переводчиков что-то здесь не то. Секунду. Так. Свойства. Язык русский. Да нет. Окей. Значит, так и должно быть. Блин. Надо на Strategic Music перевод срочно собирать. Геск, спасибо за подписку. О. Геймплей. Диверсия началась, птичка подбита. Так точно. Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Сделай. До скорой встречи. Да блин, на самом деле не все так плохо. Я слышал какие-то... Даже в чате он люди пишут какие-то слова плохие в адрес озвучки. Дадим ей шанс. Ну, если ни с кем не придется говорить... Что держи пасть на замке. Да, ребят, дадим ей шанс. Защитная станция на той стороне в туннелях. Доберемся. Да, точно определим, где находится министр. Не теряем голову. До тех пор, пока мы не начнем захват. Пока я могу лишь сказать, что все какое-то заторможенное. Я не знаю. Я за тобой. А, это я говорю, я же баба, точно.